профессиях повара и автомеханика есть одна общая черта. Эти ремесла требуют регулярных практических занятий. Студенты Кузоватовского техникума в этом году начали оттачивать мастерство на современном оборудовании. Наша съемочная группа посетила учебное заведение. Экскурсия началась с мастерской автомехаников. Мастер Владимир Кочетков рассказал подробнее о новой технике. Преподаватель признался, что раньше о таком оснащении можно было только мечтать. Здесь имеется данное оборудование – четырехсточный гидравлический подъемник, который одновременно является основой для стенда развала схождения. А кроме этого, есть станки для балансировки колес, шиномонтажный станок, диагностическое оборудование для диагностики электронных систем. С помощью новой техники студенты имеют возможность качественно готовиться к чемпионатам WorldSkills. Как сказано ранее, в этом году также повезло юным поварам и кондитерам. В учебном процессе им помогают новые духовые шкафы, пароконвектоматы и мясорубки. Раньше, извините меня, показывали на руках, на пальцах, то сейчас, пожалуйста, вот в лаборатории, вот дети готовят. Вот, например, вот эта девочка Наташа, она пончики у нас готовит сегодня. Далее, за тем столом. А у нас уже второй, третий курс, вот дети перешли на третий курс. Они готовят пирожки. Наша съемочная группа познакомилась с Алисой Корниловой, студенткой четвертого курса. Она приготовила песочное печенье, а затем поделилась впечатлениями о новой лаборатории. Оборудование очень полезное, конечно. Ну, с ним готовить намного проще и быстрее. Потому что что взбиваешь вилкой или ложкой, а что миксером, совершенно разные. Тут и пена хорошая, и стойкость. Директор техникума планирует и дальше преображать мастерские. Мы готовимся к серьезному конкурсу федеральному. Значит, то есть там сейчас до 2024 года, значит, вместе совместно с министерством, нам там помогают в министерстве. До 2024 года есть федеральные, значит, программы обновления мастерских. Напомню, что в Ульяновской области уже два года продолжается модернизация профессиональных учреждений. По инициативе губернатора на техоснащение СУЗов направлено 60 миллионов рублей. Закупка учебного оборудования входит в приоритетные задачи нацпроекта образования. Виктория Чуркова, Данил Сурков, новости Управды ТВ.